Здесь снова играют дети. Лишь одну карусель они обходят стороной. Возле качелей видны следы крови. Здесь погиб ребенок. То ли он выпрыгнуть хотел с нее, то ли что. В общем, они ее раскачали. Я так понял, что он зашел в эту штангу, а потом по голове получил. Она же низко, смотрите, у нее посадка низкая. По голове получил, и уже все. Тут мама кричала такими слезами, что ну, у него уже все, там врачи. Три скорые стояли, было бесполезно. Он уже холодный лежал здесь. Все. Они и Настя учились с Андреем в одной школе. Знают и о том, что произошло на площадке. Говорят, на карусель сели сразу несколько мальчишек и раскачали ее до большой скорости. Было трое мальчиков. И они, когда сели на эту качель, у мальчика, они сидели, они смеялись очень громко. Мальчик начал очень сильно раскатываться, но мальчики ему говорили, чтобы он остановился, но он их не слышал. Говорят, когда... почти было солнышко. Да, и он упал на спину, и он хотел отодвинуться, но не успел, потому что качели дала ему по голове, и он сразу... Он был добрый, мухи не обидит. Он всегда всем давал все, со всеми хорошо общался. Вот. Характер у него был мягкий, добрый. Смерть дитини настала в результаті падіння з гойдалки та удару головою. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Тіло хлопчика було доправлено на експертизу. В теперішній час проводиться перевірка, в рамках якої слідчі Київського відділу поліції ініціювали додаткову перевірку вказаної гойдалки, тобто її технічного стану. Детскую площадку построили на деньги самих жителей. Говорят, не учли, что дети постарше будут максимально раскачивать карусель. Дети здесь просто раскатывали эту качелю настолько высоко, они всегда говорили, да чиполлино. Вот он сорвался, сейчас холодно, ручки, может быть, как-то так получилось. А качели все в порядке, сейчас мы сделаем, ограничим ей движение, чтобы не повторилось такого случая. И все, и качели больше уже раскатываться не будут. И уже ближе к вечеру местные жители начали переделывать заполученные качели. Анна Граденцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».